Ну что, поехали? Ну и хочется начать с того, что мы живем с вами в великой и прекрасной стране. Протяженность государственной границы Российской Федерации 70 тысяч километров. Вдумайтесь, 70 тысяч. Протяженность экватора 40 тысяч. Да. Наша страна, протяженность нашей границы, в полтора раза больше, чем протяженность экватора. И, ну, если сказать, скажем так, что не каждый метр, но казачьей кровью полита много земли российской. Сегодня вы услышите казачьи песни, услышите авторские стихи казаков. Ну, а я начну, пожалуй. Гордо реет казачье знамя над великой бескрайней землей, над лесами, полями, горами, где живем мы единой семьей, где в военные грозные годы на защиту родимой земли поднимались казачьи сотни под святые знамена свои. Нашим стягом привыкли гордиться, и пусть знают в России враги, что казак на колено склонится лишь пред знаменем нашей страны. Встречайте! Застава! Здорово, не варим! Молодцы, молодцы, спасибо. Ну что я хочу сказать? Хочу вас тоже поздравить с наступившим Новым годом, с Рождеством наступающим и пожелать вам, чтобы у вас в вашем доме всегда был хлеб, мир и любовь. И мы начинаем свою программу с известных песен, ну и будем исполнять старинные казачьи песни тоже. Когда мы были на войне,
песня, песня забайкальских казаков «Шел казак». История, что я хочу сказать, что казаки
вообще-то играет песни свои всегда капельно, либо под гармонию. Ну, время современное, поэтому вот мы сейчас в современном немножко используем уже носовые фонограммы. Мы поем, что это всегда живем. И поэтому вот такая документация. А теперь прозвучит старинная казачья песня «Дон наш батюшка». Ой, да ты корми! Дон наш батюшка, ой, 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 Дон Иван Иванович, ой, ой, ой.
На всем протяжении казачьей истории особый почет и уважение у казаков было к старикам. В стариках была честь, слава, история казачества, ее мудрость. Особое внимание казаки уделяли детям. Я попрошу подняться на сцену Антифьева Максима. Казаки воевали, их жены и дети были на хозяйстве. Когда казаки приходили с войны, они вешали свою нагайку на притолку. Если же казак больше не уходил на войну, он передавал свою нагайку своим детям. В этом был особый смысл. С нагайкой вместе он передавал силу и утоль казачью. Но также и мы хотим поздравить с сегодняшним праздником и наградить Максима вот этой наградой. И вот этой наградой достойно наследия. Носи с честью и с гордостью. А сейчас я хочу пригласить на сцену Батищева Давида, победителя конкурса чтецов города Москвы, который снимет курточку, наверное, и расскажет нам свое стихотворение. Здравствуйте. Хотелось бы прочитать стихотворение собственного сочинения. Небольшое вступление. Осенью 41 года фашистские войска наступали на Москву. Защитников Москвы теснили по всем фронтам. К концу ноября противник начал наступать на Ильинском направлении. Меньше часа пешком, и немецкие войска уже в центре Москвы. И тогда советское командование отправило в бой последний резерв курсантов Подольского артиллерийского и пехотного училища. Под Калугой ранним утром тихо падает снежок, прикрывая робко землю и раскиданный стажок. Под Калугой ранним утром слышно ветер пересвист, перекличку слышно гал и синиц тревожный свист. Солнце красными мазками расписало облака, лед сковал надежную речку и крутые берега. Под Калугой ранним утром тихо падает снежок. На винтовке автоматы и с патронами рожок. Три на брустве гранаты, изо рта тревожный пар. Ждут подольские курсанты первый вражеский удар. Окопались и мальчишки, неоконченный набор, неоконченные судьбы, неизбежный проговор. На троих одна винтовка, и на всех одна судьба. Ждут подольские курсанты первый вражеский удар. Сотни вражеских танкеток, сотни вражеских солдат. Самолеты, танки, пушки на юнцов прицел глядят. А за танками пехота в полный рост, как на парад. От разрывов минометных серный дым кругом и смрад. Самолеты каруселью с неба валятся визжа. От разрывов минометных на позициях пожар. Невозможное возможно. Бой один, второй, шестой. Не пустили подольчане врага лютого домой. Под Калугой ранним утром тихо падает снежок. На израненные годы на могильный бугорок. Сейчас мы продолжим наше выступление. Группа «Застава». Как настроение-то? Ничего. А то я смотрю, тут целым строем кто-то ушел куда-то. На службу. На службу. Я уже думал, не понравилось. Затаился ворох у большой реки, и собрали круг братья казаки. Думу свою сказывал батька Адаман, и в поход отправился на Новорожье.
Россия, матушка, будет мирно жить. Казаки чубатые верой служить. И Россия,
песня, она. Вообще все думают, что вот Лисберг это вот чечетанец, да? Да, вот сирийский, армянский, все горских людей, да? Все с Кавказа. Нет, я уже хочу сказать, что лезгинка это казачий танец. А если, да, да, но, чтобы вы понимали, когда исполняется лезгинка, это когда казаки после боя, после победы, они выходят и начинают показывать свой удок. Тот адреналин, который у них еще остался, не оставляет его в танце, ну и, естественно, в песне. Но мы тут много танцевать не сможем. Почему? Потому что в основном девчонки коллектив. Ну, постарайтесь. Песня называется «Полно на вас, снежочки». Гуляет на раз.
и богатом подарки размах. Дает душа крылатом на себе ветра, как его простым проводит песня хороша. И гуляет на распашку русская душа. Вела, вела, веру, вела, вела, веру.
Годы прошли молодые, морщины покрыли лицо, ой, волосы стали седыми, так больше не нужен никто. Молодцы! Спасибо.